здрасте. Вам на оборонную? Да. Садитесь назад. Почему это? С какого хрена вообще? Что за фигня вообще происходит? Я же оплатил поездку. Вы что так разговариваете-то? Ну, оплатили поездку, и что дальше? Ну, так, блин, подавись, сиди. Где у тебя кнопки? Не надо трогать ничего. Слышу, вам вы назад-то можете сесть? Нет. Итак, ты хочешь работать в такси, у тебя есть свой собственный автомобиль и права категории Б, или ты просто хочешь поменять таксопарк, он тебя не устраивает, может быть, он тебя как-то ущемляет в своих правах, тогда мы возьмем тебя к себе. У нас сертифицированный парк от Яндекса. Это очень важно. Мы предоставим тебе комфортные, крутые условия и стабильный заработок. Приходи к нам, у нас нереальная служба поддержки и конкретно моментальные выплаты. Вот так. Удачи! Ладно, спокойно, я отодвину. Не надо так себя вести. Молодец, ты уже хороший, ты уже красавчик. Да? Уже красавчик, да. Ах ты, блядство какое. С вами все в порядке? Нормально, ты что-то. Точно? Конечно. Ну какой-то агрессивный больно. Слышь, братан, что? Ты со мной так не разговаривай. И что ты базаришь? Ты еще проблем хочешь, что ли? А то что? А что сиденье, блядь, такое хуевое? Хуевое сиденье? Такси знаете, тоже, сколько... блядь, так себе, ёпта. Знаете, блядь, сколько эта машина стоит вообще? Вы такие, да мне похуй, сколько она стоит. Хотя бы я разберу видели на болты. Я ее, блядь, по болтикам разберу, нахуй, если, блядь, захочу ее. По болтикам разберу, что нахуй. И в карман можно... тебе их зашну. Что вы делаете? Можно узнать? Ты мне нервируешь, ёпта, сука, блядь, пиздец. Что, во-первых, вы успокойтесь, заберите сигареты, здесь нельзя курить. Да сейчас, конечно, ёпта. Ты меня нервируешь, говорю, здесь блядь, курить сука нельзя. Я нет нервирую? Да. Чем? Тем, что кресло не подвинуло? Своим поведением, нет. Каким поведением? Вези меня давай, ёпта. Куда? Вперед, нахуй. Поехали. Не надо курить здесь, еще раз сказал. С какого рожна, ёп? Ну, с такого. Это моя машина. Сука, не нервируй меня, блядь. А то что будет? Бля, видишь? Воротник уже поднял. И я так на взводе. Ну, воротник у тебя встал. Если у меня сейчас хуй станет, капитан, что делать будем? Вперед, нахуй. Нет, я не поеду. Вперед, я сказал, я капитан. Я не поеду. Слышь, блядь? А что? Ты что-то, блядь, ёпта, нихуя не понимаешь. Ёпта. Чего я не понимаю? Взял, а чего не понимаю? Заебал, а чего вы себя так ведете-то? Можно узнать? У вас что там, вы о зверинах хапнули или какой-то смелости там выпросили у волшебника? Слышь, ты сколько весишь, ёпта? 100 килограммов. И что? 100 килограмм говна, ёпта. Я и не такое раскидывал, ёпта. Серьезно? Понял? Да. Да? Вот именно, ёпта. Врубай музыку, нахуй, поехали. Да я смотрю, это поехали, самое... я сказал, ёпта. Вы меня просто очень веселите, вот честно, своим поведением. Я даже не понимаю, с какого перепуга вы там, ну... Действительно, может, в какой-то кружок по боксу записались или что? Почему у вас такое поведение? Это дерзкое. Мне просто интересно, ну с чего вдруг? У меня веса 70 килограмм. И что? 70 килограмм, блядь, ёпта, тебе, блядь, нахуярят так, что, блядь, пиздец, ёпта. Я сказал, курить здесь не надо. Вытащите сигарету. Объясняю еще раз. Тебе сигарету дать, что ли? Мне сигарета не нужна, я не курю. Ты, может, сам успокоишься? Мне не надо сигарету, я не курю. Курни. А знаете, что мне сейчас пытают, ну, знаете, что мне сейчас очень больших сил стоит, да? Но. Не сделать с вами то, что с вами пока еще не сделала Вселенная. А она с вами обязательно это сделает. Вот это прикол, ёпта. Ты, блядь, свою баранку крути, ёпта, блядь. Ты, блядь, больше, блядь, не свою надо, баранку никуда не поднимал, делать, ёпта, блядь. Да ладно. Ты с кем говоришь, ёпта? Серьезно? Блядь? Я, блядь, да, я фуры разгружал, нахуй, ебать. Фуры с чем? Я жилистый, нахуй. Фуры с чем? С мукой, ёпта. Коробки с долбоебом. И такой, таким же мешком тебя накрою сверху, ёпта. Будешь, да, блядь, это белый и пушистый, нахуй. Ну, я сука понял, фуры со смелостью. Фу, дунуть, нахуй, ему мука слетит. Коробки со смелостью, я чувствую. Одну коробку себе взяли, да? Пожрали ее. Две! Коробку, две, ёпта. Две взял. Две, обе, да, съели, да? Вот именно, ёпта. А что в закладке-то сегодня было? Не скажете? Мука. Мука была? Да. Но суки я... наебали, да? Не знаю, по-моему, нет. Поехали за второй, ёпта, заебал. По-моему, нет. Вперед, я сказал, ёпта, слышишь, весельчак? Я понял. Ты даже не пробовал то, что пробовал я, ёпта. А что это? Это охуенная вещь. Какая? Мне интересно. Поехали посмотрим. У меня какой-то магнит для социально не обустроенных людей, употребляющих какие-то коробки со смелостью. А? Магнит у него какой-то, блядь. Ну почему у меня, блядь, в машине постоянно садятся какие-то, ну, непонятные вот люди? Я не знаю, как вас назвать просто. Тебе плюнуть, что ли, на табло?
что ты его протираешь? Не надо здесь, блядь, плевать. Слушай, а почисти, блядь, аквариум, нахуй, у меня у черепашки. Тут так же, блядь. Заебал, ёпта, блядь. Прикалываешься, что ли? Все, поехали, ёпта. Меня дела ждут. Я понял, что сейчас какие-то гномы другие в Клумбе откопают муку. Я понял, вместо вас, правильно? Мы же торопимся на клад искать, правильно? Поехали, попробуем, нахуй, эту муку. Мука, это мука! Ты охуеешь, ёпта, блядь. Нет. Ты свою баранку даже не увидишь, ёпта. У меня здоровья не хватит. У тебя будет машина, блядь, турбо, ёпта, сразу же, ёпта. Да? Да. Можно попросить забрать ваши вот эти вот курительные принадлежности с торпеды, пока я их не втоптал вот в лужу? Нихуя забрать себе, ее, выйти вот это отсюда, прикол, и я вас никуда не повезу. Курительные принадлежности, да, блядь, ёпта, блядь, пиздец. Ты откуда вообще взялся, ёпта? Ну, я из Питера, интеллигент. Можешь по-человечески разговаривать, ёпта, курительные принадлежности, ёпта. Я могу по-человечески, ёпта, разговаривать. Ты просто философ, если... что? Ты философ, вот. Просто если я заведусь сейчас, если я буду, ну, говорить неинтеллигентно, если я заведусь, то здоровье одного из нас резко ухудшится. Так это твое, 100%. Наверное. 100%, 100%. Твое, блядь. 100%. Не мое, нахуй. Поэтому возьмите ваши сигареты, вызовите другую машину и езжайте, ищите клады, которые вам нужны. Я вас не повезу, объясню. Это моя машина. Как ты мне не повезешь? Ну, вот я вот оплатил поездку. Что за фигня? Ничего страшного. Что за, блядь, тебе кто-то бакетоны там вообще? Есть такой фонд. Поехали, шеф, фонд... ты заебал, ты там вообще кайфуха. Полная, ёпта, я тебе отвечаю, ёпта. Фонд, я тебя даже угощу чуть-чуть. Я тебя угощу чуть-чуть. Меня угостишь чуть-чуть? Да. Я не потяну. Турбить начнешь. Меня сдох. Да не надо руль трогать мой. Ты же заляжку еще меня тронет. Целоваться потом полезешь, нет? Что? А что? Че несешь ты? А что такого? Дай попить, у меня сушняк. Ты что, охренел, что ли? Заебал ты, ёпта. Дай я попить. Я сейчас тебе дам попить. Ну, сушняк у меня, ёпта. У меня тоже сушняк. У меня тоже сушняк, а я ничего не употреблял. Ничего вообще. Ну это твои проблемы, ёпта, не употреблял мой, ёпта. Но. Пиздец, ёпта. Дай попить ты. Я не дам. Блядь, не надо здесь ничего делать. Да я еще раз говорю, не надо здесь ничего трогать. Я, блядь, я реально сейчас вот на. Прямо вот осталось тебе вот столько, блядь. Я отвечаю, вот столько. Вот столько мне. Вот столько. Отлей, и все. И я все тебе, будет я говорю, сразу, блядь, же все будет в порядке. Тебя самого в клумбе уже нахуй даже с собаками не отыщут. Я тебе, блядь, отвечаю. Ты мне вот столько отлей, я еще, блядь. Я тебе серьезно говорю, не выводи. 5 километров. Я тебе серьезно говорю, не выводи меня. Забери, дай свои мне сигареты. Попить, ёпта, заебал ты, ёп. Видишь лужу? Иди, блядь, туда, как собачка, блядь, и попей. Забери свое говно, что? Отсюда, так и вали. Я тебя собакой назвал, ёпта. Выйди из машины, или я тебе помогу, и тебе это не понравится. Я тебе зуб даю. Слышишь? Да, серьезно? Да, ну пойдем. Выходи, ёпта. Ладно, сука. Да, возьми, блядь, сигареты, покурим вместе, блядь. Выходи. Сигареты возьми. Пойдем покурим. Давай. Сука. Все, не надо. Оставь. Ох ты, сука. Оставь их там. Все. Ладно, пойдем покурим. Давай, пойдем покурим. Пойдем покурим. Давай, пойдем. Пойдем. Все, выходи, пизда, выходи. Тебе. Пизда мне, я согласен. Пошли. Нахуй. Ну подожди, сейчас я машину закрою. Подожди. Да? Ну подожди, я машину закрою сейчас. Да? Давай, подожди меня у капота. Ты сейчас ебло свое закроешь. Я понял, у машины подожди, я понял, у машины подожди меня. Сука ебаная, блядь, я тебя, блядь. У машины подожди, я тебя понял. В Яндексе, нахуй, ебать. Я понял, блядь, хорошо. Сигареты курить нельзя. Ах ты, сука, ну ладно. Встань у капота, хорошо, пожалуйста. У капота встань, сейчас я подойду. Я тебе еблом туда стукну, блядь. Хорошо, не вопрос, давай. Я еблом стукну тебя. Давай, согласен, давай. Вмятину сам, блядь, оплатишь. Хорошо. Все, ладно, хорошо. Давай. Тут я должен, наверное, взять биту и поехать его хуярить. Пойти его хуярить. Но я... Все, подожди надо. Меня там. Подожди, я сейчас подойду. Вот у капота встань и подожди меня. Я же тебе сказал, сейчас я подойду. Ну так выходи, ёпты. Я долго ждать буду. Мне машину закрыть надо, она медленно закрывается, понимаешь? Медленно? Медленно. Медленно ты, блядь, сейчас закроешься, блядь. Давай, сука. Выходи. Давай. Не получится сыграть благородного, друзья мои, извините.